Алексеевна, добрый день. К вам можно? Можно. Подобный визит – картина ежедневная, вполне привычная. Больше 2 лет в ТОСе Менделеевске, что на верхней террасе, работает группа волонтеров. Это те же жители микрорайона и соседи, готовые в свое свободное время помочь другим. Один из таких добровольцев – сам председатель самоуправления Татьяна Дубровина. Мы вот продумали такую, ну скажем, телефонные цепочки. Что мы делаем? Мы совет ТОСа связываемся со старшими по домам, которые знают своих жильцов полностью от и до по телефону. Они созваниваются со своими пожилыми людьми, кто в затруднительном, может быть, ситуации какой-то попали после болезни и так далее. И потом мы с ними созваниваемся, они нам дают информацию. А мы уже как можем помогаем. Сходить в аптеку за продуктами в магазин, выгулить собаку, оказать психологическую поддержку, помочь в быту и хозяйстве и даже поставить систему. Добровольцы всегда найдут, чем помочь нуждающимся, а таких в ТОС Менделеевске достаточно. Председатель рассказала, что из 900 жильцов большая часть – это люди серебряного возраста. Обязательно. Каждый раз в неделю 2-3 раза позвонит, спрашивает, как Мария Андреевна дела, мы открыточки им скидываемся. В гости Татьяна Викторовна заглядывает по первому звонку с подарками и готовностью помочь по дому и хозяйству. Кроме средств первой необходимости для людей пожилого возраста, самое главное – поддержка и общение. 85-летняя Мария Груздева месяц назад заблудилась и сутки провела в лесу без связи. Сейчас пенсионерке как никогда необходима психологическая помощь и человек рядом. Татьяна Дубровина периодически приходит навестить пострадавшую и всегда на связи, если что-то вдруг понадобится. Она и звонила, и лекарства тебе нужны, и в аптеку, и везде, и она мне помогала. Она мне все время звонит, мы созваниваемся, ну как подруги. Под пристальным вниманием добровольцев и пенсионеров с различными видами заболеваний, а также те, кто находится на самоизоляции. Сами волонтеры ТОСа Менделеевске в основном также люди серебряного возраста. Однако это им ничуть не мешает совершать добрые поступки. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Управда ТВ.